Добрый день, друзья! Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья, милые мои, ну что же это я все о криминале, да о криминале. Надо же и о чем-то позитивном поговорить, и вот я говорю о позитиве. Друзья, некоторое время назад, в июне, я случайно направил на один конкурс, фестиваль, свое стихотворение, которое называется «Русь». Я, может быть, и не одно направил, но именно оно вывело меня в передовики поэтического цеха. Вот я занял, по единогласному мнению жюри, первое место в 13-м областном конкурсе фестиваля поэзии и авторской песни «Теркинские чтения». Мне особенно приятно, что так называется этот фестиваль-конкурс «Теркинские чтения». Ведь автор поэмы Василий Теркин, мой земляк, Александр Трифонович Твардовский. А фестиваль-конкурс этот состоялся в Калининградской области, в городе Гвардейске. И вот мне, значит, сначала позвонил и написал в мою почту электронную председатель оргкомитета этого конкурса, заместитель главы муниципального образования Гвардейский муниципальный округ Калининградской области Валерий Вениаминович Горбань. Он написал: «Сообщаю вам приятную новость. В финальном этапе Калининградского областного конкурса фестиваля «Теркинские чтения 2023», состоявшемся в Гвардейске Калининградской области, вы с вашим произведением «Русь» заняли первое место в номинации «Про отчий дом и милый край» в скобках «Авторские стихотворения». То есть я посылал и текст по условиям конкурса, и ролик, видеоролик, где я эти стихи читаю. И он пишет: диплом первой степени и ваш приз будут направлены вам. И вот вчера я получил эти счастливые вещи. Почему? Потому что к Калининграду у меня особое отношение. Во-первых, он как бы, вы знаете, где находится, как бы отсекается от всей нашей Руси, от территории, от сердец наших он не отсекается. То есть это анклав такой. А во-вторых, у меня там жили и живут друзья. И вот теперь я стал лауреатом Калининградского областного фестиваля конкурса. И вчера я получил и диплом по почте, и приз. Приз, как вы видите, это прекрасная мультиварка. Вот ее-то как раз в моем хозяйстве и не хватает, понимаете. Я, конечно, попробую разобраться в этом чудо-приборе. Есть к нему книжечка и есть как бонус, значит, книжечка кулинарных рецептов, что можно на ней приготовить. Я думаю, что справлюсь с этой задачей, поскольку там все, так сказать, задается на встроенном компе. Ну, там свой мозг у печки, у этой, у мультиварки. Так что, как говорится, не поэзией единой будем сыты. Друзья мои, а сейчас послушайте мою поэму, мини-поэму она, ну, стихотворение, будем так говорить, «Русь», которая заняла первое место на конкурсе фестиваля, о котором я вам рассказал. Несчетно раз, о Русь, твою изведал силу тот недруг, что ковал в железо твой народ. Но ты всегда жила, страдала и любила, но враг твой отступал, и россы шли вперед.
вперед. Да, шведов помнишь ты, Литву и крестоносцев, и Золотой Орды кровавые века, но не убить мечты, что в сердце носят росы, восстать из темноты, сверкнув лучом клинка. Да, озаряли снег московские пожары, народ Москву палил, чтоб не отдать врагам, но страшен русский гнев, восстал молодой и старый, и пал уже Париж к твоим, о Русь, ногам. Но вновь Руси страдать и гибнуть русским людям, и снова на народ несчастья падут, мы помнили всегда и помнить вечно будем героев-моряков Цусиму, Монзунд, о Русь. Твои сыны еще сильнее стали, могучую Антанту развеяв пух и прах, и новый светлый мир из пепелищ создали российские атланты в обмотках и в лаптях. Нет, Русь, не воин ты, ты мать, строитель, жница, тебе бы хлеб растить, достроить города. Но черные кресты, фашистские убийцы, на карту наносить уж начали тогда. И были Бабий Яр, Рядовка в Смоленске, и Маутхаузен, Майданок, Бухенвальд, и шли за ярдом ярд, шли по земле советской, шли, как на хаос, полчища солдат. Но вновь Россия-мать сынов своих подняла на Курскую дугу, под Оршу, в Сталинград. Земля даже рожать на время перестала там, где железо сотни тонн лежат. Отчизна-мать, ты 20 миллионов похоронила в годы той войны. И не дано понять Вильгельмом и Бурбоном, в чем сила нашей сказочной страны. За Русь, за отчий дом, за села и деревни, за женщин и детей мы поднимали рать, ведь наш священный долг, как делали издревле, с земли своей родной врага с позором гнать. Несчетно раз, о Русь, твою изведал силу тот недруг, что ковал в железо твой народ. Ты будешь вечно жить, страна моя, Россия. Кто меч на нас поднял, тот от меча умрет. Ну как, я думаю, достойное стихотворение. Как ваше мнение? Пишите в комментариях. И напоминаю о том, что нуждается в вашей помощи. Наш домашний приют Катавася 67. Не забывайте о нас. Всего нам всем доброго. Друзьям из Калининграда особый привет, респект. Горбань Валерий Вениаминович, вам тоже огромное уважение. Хорошее дело делаете. И теперь у нас как бы мост перекинут. Теркинские чтения со Смоленщины. Мост перекинут. И я, будем говорить так, вместе с вами принял участие в наведении этого моста от сердца к сердцу. Всего нам всем доброго. Пока.